Оценка под 15, и все-таки она выступала первая. Что там основные конкурентки? Морено Медина, Алекса Шталли, представительница команды Мексики. 6,2 в наличии есть прыжочек. Ну, я не думаю, что это что-то бухнет. Бухнуть она может, а выиграть я не думаю. Пятый результат квалификации, 14,5. Какой она берет первые по трудности? Сейчас глянем. Хорошо. Она там магнезиком доедает. Бывает, они случается. Много этой магнитики 6,2. Съедают. 6,2. Но это не 6,3. Прыжок, да-да. Четыре раз вперед. О, и хорошо сделала. Это действительно сложный по переднему вращению. Она переворот вперед с, по-моему, с двумя винтами, что ли, как это называется. Но он немножко дешевле. Он и подешевле на десятку, и на приземление она потопталась. Это давайте мексиканка. Посмотрим. Да. Посмотрим. Вот смотрите, вперед, раз винт, два винт. Ну, какой-то он... Ну, ладно, может, в общем, я напишу ее Мексика, потому что фамилию ее выговорить, их выговаривать даже не хочется. Так, но оценка будет достаточно хорошая. 15 баллов это должно быть. Ну, где-то рядышком. Угу. А второй у нее какой салат? Второй у нее был 5,5. Как у нашей посетки? Ну, посетки 5,6 и 6,3. Да, нет, запаска, но все-таки... 14,875. Ну, конечно, там на приземлении мы находились. Ну, я думала под 15, но не знаю, как настроены судьи. Так. Судьи настроены, я думаю, ну, объективно. Не зло пока, да, нормально. По крайней мере, и... Вот, ну, и доволен знаете, тренер. Конечно. Ну, давай, лапонька, прыжок. Второй прыжок. Шесть баллов. О, какой-то она для себя новый решила попробовать. Посмотрим, как эта авантюра пройдет. Значит, есть два прыжка. Или кажется, что есть. Сейчас посмотрим. Не могу разницу найти. Может, она еще довертеть хотела? Чего это он такой счастливый-то? Подождите, мы сейчас посмотрим, что она натворила-то. Я даже не могу перевести пока. Мне показалось абсолютно тоже. Там с переднего разбега полтора винта было. Полтора, не 2,5. Полтора? Ну, 2,5. Да. А сейчас 2, наверное. Нет, как 2 не может быть. Это здесь, ну, сейчас опять. А, боком здесь, раз, два, разные начала здесь. Да. Это вот как у мужчин, вот эти два у них прыжка, румыны, на чем выиграли Олимпиаду. Вот в пол на изменение в постановке рук всего-навсего прыжка. И потом технический комитет за них взялся. Вот все. Значит, ну, ей что-нибудь поставить 14,5, не знаю, там... Выход по технике исполнения, на мой взгляд, похуже. Конечно. Хотя тоже прыжок. Вот, пожалуйста, вам разница. 0,4 по трудности. Она, кстати, будет где-то рядышком. Да, хоть супер рядышком, лишь бы не больше. Лишь бы не выше, да. 14,675, да. И почти одинаковые оценки ставят и за первый, и за второй прыжки с разницей в десятку. И вот вам сумма. 14,600.